Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодня мы будем готовить не совсем обычные драники. Добавим немного колбасы, сыра, буквально по 50 граммов. Ну, также нам потребуется лук, картофель около полукилограмма, одно или два яйца. И также добавим соль и перец по вкусу. Картофель натираем на мелкой терке и сейчас отожмем вот эту всю лишнюю влагу. Разбиваем одно куриное яйцо и добавляем соль и перец по вкусу. Лук и колбасу нарезаем, а сыр натираем на мелкой терке. И добавляем это все к нашему картофелю. И все перемешиваем. В сковороде разогреваем растительное масло. Формируем из нашей массы небольшие вот такие вот оладьи и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Перекладываем готовые драники на бумажное полотенце. Даем возможность стечь лишнему маслу. И можно звать всех к столу. Такой вариант драников очень подойдет в тот момент, когда гости на пороге. И они будут точно довольны. Ну а всем тем, кому данное видео понравилось, рецепт понравился, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всего вам самого-самого наилучшего.